У мене два питання. Перше, енергокупол на Азовсталі і два. Вимолити хлопчину Ваню, який знаходиться між двома мирами. Вимолити хлопчину Ваню, вималюєте, складуєте руки, як я раніше сказав, і робить. Про енергокупол на Азовсталі нет никакого енергокупола, ніхто нічого не зможе зробити. Це настояща війна і так далі. Там хоч делайте, хоч не делайте, все одно. От бомбы это не спасет. Что можно сделать? Эзотерика связана с тем, что те, кто наступает, они должны получить поражение. Эзотерик может сделать так, чтобы им не везло. А те люди, которые защищаются, этим людям должно повезти. Таким образом, эзотерика управляет везением. Об этом я раньше говорил. А там купола и все остальное, это придуманное. Так это не работает. Эзотерика, она есть другая. Там, по поводу там, купола сделаем или еще что сделаем, все это ерунда. Ничего так не работает.